Всем привет! Вы на канале Жизнь Чехии, меня зовут Ирина, и сегодня я хочу показать вам алмазную вышивку, как выкладывать быстрее. Для этого есть вот такой вот стилус. Он бывает на 6 алмазных, на 9 и на 3. Я облюбовала вот этот на 6 алмазинок и с одной. Значит, как мы работаем? Начинаем. Тут у меня он уже заправленный, но я покажу, как. Вот такая, назовите ее пластилин. В любом комплекте он присутствует. Вот так мы заполняем. Отгибаем пленочку. Вот у меня как раз рядочек на 6 алмазинок. Вот такого цвета. Так немножко потрясли. Выложили ровненькую дорожку. Надо придавить немножко. Вот одна не взялась. Сейчас еще одну возьмем. Придавили. Вот, видите? 6 алмазинок на месте. Теперь я уже тут немножко приловчилась. Надо вот плотненько подставляем к этому месту. Придавливаем. И они на месте. Если вы видите, что какая-то алмазинка чуть-чуть не на месте, а мне кажется, все-таки чуть-чуть не на месте, можно немножко вот так подсунуть этой насадочкой, которая на одну. Или еще есть у меня вот такая вот лопатка. Она очень хорошая, если вы хотите вот так вот подровнять. Вот дальше у меня идет одна алмазинка. Мы ее выложим одну. И я хочу вам показать вот здесь еще, как работать этим вот стилусом на 6 алмазинок. Поэтому сейчас... сейчас мы туда выкладываем алмазики, которые по одной. И когда дойдем опять до рядочка, где идет много одного цвета, я покажу вам еще как. Я не сразу пришла к этому большому стилусу. Я выкладывала маленькие картинки. И у меня был такой вот стилус на одну алмазинку. А вот эти вот насадочки я покупала отдельно. Очень удобно, я хочу сказать, на большой картине. Когда у вас идет в рядочек много цветов, то это прямо вообще классно. Есть у меня вот еще и на 3, и на 9. Ну, на 9 как бы пока для меня слишком много. На 3 было бы шикарно. Но дело в том, что на 3 алмазинки у меня, наверное, плохой стилус. Он как бы не вмещает в себя 3 алмазинки. Ну, не знаю, в чем дело, в алмазиках или в стилусе, но, в общем, для двух он много, а для трех мало. Поэтому я облюбовала вот этот вот на 6, и, в принципе, все хорошо. Поначалу мне не очень получалось приложить так ровно, надо было чаще пододвигать. Ну, это все дело практики. Если вы немножко поработаете, то вы поймете, что очень удобно. И вот опять у нас рядочек. Элечка тут у нас, вот она, на большой рядочек длинный. Сейчас мы так потрусим. Вот ровненький рядочек. Видно, да? Ровненький рядочек на 6 алмазиков. Просто когда выкладываешь сам, то легче, а лампа немножко мешает, и камера. Вот находим это место и придавливаем. Ну, опять у меня чуть-чуть не стали они на место. Но повторюсь, мне сейчас немножко еще неудобно, потому что камера здесь, вот обзор мне чуть-чуть мешает. Ну, как говорят, плохому танцору, да? Я вот уже выложила достаточно много картинки, и она у меня, видите, вот здесь вот ровненько. Вот я начинала вот с этого уголка, то тут, ну, если присмотреться, есть немножко рядок так. Ну, вот тут вот я уже научилась. Ну, так что еще разок. Вот тут у нас и буковка, надо подсыпать и, как бы и мало плохо, и много плохо, но так вот, чтобы было место для дорожки из стразиков на 6 штучек. Значит, выложили мы дорожку, придавили, стразики на месте проверили и прикладываем, вот. Прекрасно. Теперь можно вот этой пододвинуть немножко лопаточкой. Видите? И хорошо.
Ну, и немножко быстрее получается. И интересно, так я уже прямо посматриваю, где такая дорожка на больше стразиков, чтобы там выложить. Вот, видите, по-моему, достаточно ровненько, красивенько. Процесс достаточно увлекателен. А сейчас вот еще внизу у нас тут тоже будет много стразиков. Так, вот. Так. Тоже надо подсыпать. Или будет тут дорожка? Будет тут 6 стразиков. Так, и так у нас еще одна дорожка длинная на 6. Вот я уже выложила дорожку, прилепили и приклеиваем. Теперь лопаточкой поправляем. Я даже не вижу, где приклеила. Настолько идеально легли, что даже не видно, где они приклеились. И тогда внизу можно еще разок. Еще внизу. Так, заключительный показываю. Расскажите мне свои впечатления от выкладки стилусом на 6. Вот. Да, тоже вот. Все хорошо. Чуть-чуть подправим. Ага, одна чуть-чуть отклеилась. Мы ее на место поставим. Подправили. Ну, все. Вот так вот процесс увлекательный, немножко быстрее. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!